Всем привет! Сегодня воскресенье, седьмой день. Рыбы нет, потери, значит, чё? Поставил донку на ночь, встал, ее нету. Пойду сейчас поищу где-нибудь. Может быть где-то, может быть смыло, вряд ли. Может быть рыба унесла. Ну, тут посмотрю. Погода пока нормальная. На резинке там кое-что попалось. Потом покажу. Браконьеры катаются всю ночь. Весь день. Вообще, какая тут рыба нахер будет? Ой. Ушок. Пена идет, блин. Вот так.
скользкой. Ну раз ты тут выйдешь. Кого брать? Зачем? Вот тут вот пили. Давай. Ты мне. Где? Вот тут? Да. Тяжело. Да режь как удобно. Да я не, вдруг не то отрежу. Че. Ты все там то, мне просто ее хуй оторвешь руками, блядь, она крепко. Дай сумку, все же. Это жопа. Чтоб туда посадить. А, она открыта. Не. Блять, хоть такие уши. Это кони, блин, да? По сравнению вот с этими. Не бритый. Так ты поедешь сейчас, да? Жуца надо. А где озеро там? На огородишь? Или в пустыне будет? В пустыне. На том берегу люди отдыхают, блин, там пляжик, походу. У нас тут обрывы. У нас тут вот так. Смотри, батька. Вот берег. И сразу обрыв. Лодка, а за лодкой сразу обрыв. Мотор уже стоит в обрыве. О, какой пляж. Отдыхай, не хочу. Люди рыбачат. Это не браконьеруют. Хотя, кто его знает. Так, вот здесь паром, походу. А это наш лагерь. Лагерь. Типа лагерь. Вот, рыбы всего поймали. Всего ничего.
за 4 дня вообще никуда не годится. Круто. Что-то я удачно. Круто. Блять. Ебать, что это за чемодан. Удачная рыбалка. Блять. Что это, блин, может деньги, блин. Червя жалко, блин. Что ж это такое? Наскучи. Хорошо замотано. Сокровище, блин. Трофей. Там бомба какая-нибудь. Аккумулятор. Пауэрбанк, что ли? Что это такое вообще? Михалыч на промысле. Рыба не ловится, но он упертый, блин. Как тот чел. Это я семечки грызу. Будем ждать удачный кадр. Загар у него классный, деревенский, чисто. Так, вскрываем номер, вариант, сухпай, вариант номер 6. Чей он у нас? Россия, Москва. Мясо с фасолью. Фрикадельки вместо тушенки. И... Что там за каша-то? И каша гречневая.
Так, фрикадельки. Ну все, сейчас будем чавкать. Михалыч опять оторвал груз. Заливает бельзик. Как в сухую землю. Рыбы-то нету. Местный мальчик ловит. Сейчас мы у него узнаем. А у нас тут душевно. Рыбы нет, зато костерок. Все как положено. Дров тут навалом, правда, дрова дерьмо. Веточки. Ну, разогреть консерву вполне. Не рубить не надо ничего. Ходи, собирай. Их тут, блин, немерено. Рыбы нет, но мы не унываем. Может быть, еще будет. Еще продержимся дня 4-5. Не знаю, сегодня буду еще снимать, нет. Сейчас стемнеет скоро. Пойду Михалыча. Допрос. Ну, какие дела? Груз оторвал. Перевел баклажку. Она утопла, да? Ну, ебаный в рот, ну это вообще. 5-литровый, наверное. Да, там, может, хорошее течение. Ничего хуже, тебе и катер утопит. Все, мое дело. Ну, что сделаешь? Может, всплывет еще. И половину той юрки отдал. Веревки? Да. Какой? Какую мы брали? Да. Блин. Придется старую взять. Вот. Вот на этой, как на гидромассаже сидишь. Широко. Так тут, видишь, лапки нарисованы. А вот на этой нормально. Угу. А разница, видишь, немножко. И в толщине. Но на это сидеть невозможно. Там вся лодка ходуном. Она... Ну что, разогревать? Или пойдешь попиздишь? Сейчас сон подойдет. Ну давай. В толщине. Где толщина? Не ловится, говорит, ничего. Да. И... перемет сняли. Ты видел? Сняли? Сняли. И у браконьеров ни хера не ловится. Ну а когда что будет, неизвестно. Я думаю, завтра. Да. Ну смотри, если нет, я тебя утоплю в реке. Где живет? Очередной выпуск. Хочу пожрать. Вот нам местные дагестанские друзья хлебушек испекли. О,
был горяченький. Ну ничего, и такой пойдет. Браконьеры сняли свои переметы. Но Михалыч еще надеется на что-то. Приехать за 1000 километров. О, грузики. Ну, в общем, на сегодня день, наверное, закончен. Че? Вот ложечка. День закончен. Ставим лайки. Не забываем, подписываемся на канал. Пока. Осталось немного, и я приеду. Так, закончилось 4 сентября. Блин, я совсем на бабая стал похож. Так, сижу в палатке. Вот. Изнутри. Короче, вот так вот здесь. Бордель, конечно. Даже типа тумбочки есть. Спальный мешочек китайского производства. Матрас надувной. Блин, ну снимать, конечно, тут неудобно. Сейчас. О, матрас надувной. Ну, короче, так. Ладно, сейчас позвоню домой. Посижу в интернете немножко, насколько хватит здесь интернета, и спать. Забыл сказать, рыбы по-прежнему нет, сегодня вообще как никогда не было. Даже местные приехали, сняли свои браконьерские переметы. Ну, пацанчики тут в ночь остались местные. На чухонь не знаю, что там кидают, но без толку. Ну все, пока.